Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, у нас сегодня будет очень много, потому что особый день, всемирная поэтическая молитва началась еще 21 марта. И она будет продолжаться и продолжаться, она продолжается годами. Первый раз мы, Союз литераторов, вышли в эфир, скажем так, поэтический эфир. Это было в 2001 году. Таня Пацаева помнит, и многие другие тоже, кто тогда открывал эти всемирные поэтические чтения. И потом мы начинаем издавать и газету Московской организации литераторов, МОЛ, и наши альманахи, и «Вектор творчества», и «Словесность», и пишем о том, как это проходит. Господа, где мы только не выступали, страшно сказать. Мы выступали в библиотеках, мы выступали в музеях, мы выступали в высшем арбитражном суде. Я хорошо помню эту сцену. Потом к нам подходили юристы, дарили свои книги, говорили, что они тоже пишут. Нам этого показалось мало, и Дмитрий Цесельчук подает заявление в Государственную Думу. Там был жуткий скандал. И тогда депутат Шелищ отстоял наши права. Сейчас он в Общественной палате, возглавляет общество потребителей, то есть человек непростой. И он тогда спорил с коммунистами и с апологетами Союза писателей. Они говорили, что такое Союз литераторов, почему мы должны их приглашать. Но мы выступили и там, мы выступили в Государственной Думе на охотном ряду. И уже много лет мы собираемся здесь, в Народном Доме. Мы приходим, чтобы почитать стихи, потому что так кажется, что хорошее слово, оно способно лечить. Но я знаю, что не очень талантливое слово, оно может и погубить, оно может вызвать даже болезни. Вот Наталья Рожкова знает это по себе, и я тоже, я думаю, что Юрий Проскуряков тоже, когда не очень хорошие стихи, начинается ломка, как у наркомана. Дайте послушать хорошее слово. И мы сегодня будем читать стихи. Так вот, мы договаривались, что я рассылала всем приглашение и просила прислать по три небольших стихотворения. Я написала 1-3 небольшое стихотворение о творчестве. Тема наших сегодняшних чтений – творчество написала. О, творчество я не получил. Да, я получила. Просто приглашаю. Было три приглашения. Неважно. Я думаю, что у каждого поэта в загашнике есть о творчестве. Фактически творчество, оно есть творчество, и каждое стихотворение – это творчество, но вот что интересно, попросили одно-три небольших стихотворения. Некоторые прислали триптих, некоторые, да, там огромные совершенно формы. Мы написали, что будем публиковать в газете, в интернете и в альманахе. Те, кто выполнили честно нашу просьбу и прислали три небольших стихотворения в альманахе. Кто большие формы, мы будем решать. Это через некоторое время, когда будем смотреть, что же мы получили. Ну, собственно, вот небольшая преамбула. Я думаю, еще будут подходить люди. И мне хочется представить нынешних ведущих. Это Наталья Рожкова, председатель секции поэзии. Приветствуйте ее. Это Юрий Проскуряков, ведущий «Живого ТВ». Литературовед, поэт, прозаик. Говорить можно много, но главное, что это талантливый человек. Приветствуем Юрия Проскурякова. И я, Нина Давыдова, координатор Союза литераторов России. Координирую все. Дмитрий Цесельчук собирался прийти, он уже оделся, но столько было звонков, столько было проблем, столько было просьб. Сегодня, что в конце концов давление поднялось, он сказал, в следующий раз. Но попросил, чтобы прочитала я хотя бы одно его стихотворение. Вот, собственно, с этого и начнем. Это стихотворение, написанное в удивительном месте, это санаторий Валуева, бывшая усадьба Мусина Пушкина, изумительное место, в дивной сохранности. И там протекает река, которая называется Ликова. Просто нарочно не придумаешь. 4 строчки. Дмитрий Цесельчук. Я слышу, как плещется рыба в реке, гляжу на закат, обжигает саке морозного стихотворения и рифму подо льдом шевеления. С этого мы начинаем.
И со всеобщего позволения я хочу передать слово гостю, любимому гостю, который к нам часто приезжает и выступает, Борис Шапира. Но прежде чем он начнет чтение, я хочу вручить ему альманах «Словесность 2009», где и его публикация тоже. Спасибо. Значит, мы договорились. 1-3 небольших стихотворения. Мы читаем. 1-3, да? Нина, я не знаю, прочесть ли то, что я тебе прислал, этот триптих, но он, по-моему, небольшой. Ну вот, 1-3 небольших. Ну хорошо. Да, мы задаем как. Да. Но они связаны друг с другом, общей темой и развитием от, ну как бы, от начала до конца некоего. И я позволю себе именно их тогда и прочесть, потому что я их сюда и прислал. Одну секунду, это занимает еще... Вот, так. Вот они, я их... Вы знаете, есть обязанность сначала. Господа, несколько дней назад умер действительно большой поэт Елена Шварц. Давайте почтим ее память. Большое спасибо. На смерть Елены Шварц. Ушел большой поэт, и черное стало белым. На жизнь ответа нет, а на смерть телом. Жизнь не кончается никогда, смерть кончается похоронами, за подписью полынь, лебеда, а жизнь начинается всеми нами. Три стихотворения на память. Вот этот триптих. Готическая дева взлетает голова от светлого напева в стрельчатые слова. Пусть, может быть, комета, явление твое, как песня не распета, любуюсь на нее, любуюсь, забываю про то, как дни тесны, и в три ручья смываю затмение весны. Спросим себя, забегая вперед, как же так? Нет, не Каин и Авель, Эрот и Танат тоже братья. Их ли спор нескончаем, размолвка не их ли пустяк? И любовь навсегда, уж не смерть ли это объятья? Снова спросим себя, отчего эта странная грусть, если снова и снова мечту и надежду хороним? Не бессмертие ли это, как осень стучит в нашу грудь, ту, где сердце одно на двоих, и дыханье окроним? Красный с синим, возможно ли вместе, индиго-кармин, синий с красным, на золоте осени пурпур замешан, и не слишком ли легким окажется господин, что в Господней горсти будет скоро оценен и взвешен. Пусть московское аканье синее небо взорвет, вдох прекрасен, а выдох вдвойне прекрасен
и гласен, ясным золотом листьев дорога ведет в разворот, там, где светлая осень уже превращается в осень. На станции Укты февраль, 19 градусов теплынь, зацветают медуница и полынь, ярко светит женщина без тени. Сини тени от меня, та синь, словно глухота, воображенье бросить и проснуться, свет светимый, на проснуться не хватает сна. Не хватает, остановимся на том, на заказ не ходит сновиденье. Если 5 и даже меньше лет, не меняется лицо любимой, то она фантом. Спасибо. Борис Шапира, проездом из Германии. Вот я вспоминаю, сколько у нас было выступлений, и мне кажется, не было ни одного, которое пропустила бы Татьяна Пацаева. Тань, я правильно говорю или я ошибаюсь? По-моему, ни одного, да? Тань, поэзии, то да, как начали на эту работу. И в немецком культурном центре ты тоже выступала, да? Ну, ты просто должна продолжить дальше. Татьяна Пацаева, бессменная участница Всемирных дней поэзии. Мы жили на даче в период удачи, так мало что зная, так много что значит. Жужжали за жизнь, жарко, жадно, не жали, лежали, дружили и не уезжали. А пчелы тонули, лакая наш мед. Никто и не верил, что это пройдет. Мы верили жадно, мы верили страстно, что жизнь бесконечна, добра и прекрасна. Сегодня я слушала спелые травы, и травы сказали, что мы были правы. Мне кажется, что хотя Игорь Бурдонов и не был на первых выступлениях, да, Всемирных дней поэзии. Да, вот я тоже не помню. По-моему, в Антуме, в Арбитраже, в библиотеках, вот когда мы очень много читали, не было, в Летнем саду тоже. Но в последние годы, зато он с нами, член Союза литераторов и более никаких союзов. Я имею в виду вот таких союзов, типа Союза литераторов или Союза писателей. Так что мне хочется, чтобы далее продолжил чтение Игорь Бурдонов. А два можно таких, да? 1-3 маленьких, 1-2-3 маленьких. Ладно, небольшие. Одно старое, другое новое. В смутном чувстве рождаешься ты, звучащее слово, страшась наготы, бежит в бормотанье шепот, художнику чудится, варваров топот, и кистью большую и прячет картину в безумии пятен сплетений линий. Так хочется к людям иного наречия, но новой разлукой становится встреча, поскольку за тайной не новая тайна, а скучное знание, знание майна. И снова ты хочешь забыть и уйти, и хочешь найти совершенство пути. Забыты слова и заброшены кисти, и гаснут огни относительных истин. Но в сумерках жить невозможно душе, и горький вкус абсолюта. И манит ее 10 000 вещей, и радостный голос минуты. Вот только сказать ты не можешь об этом, и длинную речь мы с тобой затеваем. Собаку мою безудержную бывает, считаю я самым великим поэтом. И вот оно последнее издание. Крыши, вырезанные из синего неба, кружат пряжи троллейбусных проводов, деревья без листьев, мокрые темные трещины света, плачущий снег на ожившем асфальте, твои промокшие ноги, полупрозрачно вспорхнувшие руки твои, кружат твои электрические губы. Высоко-высоко синее небо твое. Спасибо.
этим пунктом. У Игоря прошло несколько интереснейших вечеров вот в последнее время, я думаю, многие были. А вот если кто не был на его сайте, обязательно наберите в поисковике «Игорь Бурдонов». Там все двигается, там так интересно. И еще мне хочется представить Марию Миронову. Молодая, красивая, в общем, один из древнейших членов Союза литераторов. На очень многих, да, чтениях, Маш, выступала с нами. Я имею в виду всемирные поэтические чтения. Сейчас вторые. Мария Миронова. Первое стихотворение называется «День поэзии». Поскольку День поэзии оказался, не знаю, специально или, может быть, случайно, он совпал с Днем весеннего равноденствия. А День весеннего равноденствия – это один из сакральных дней вообще во всем древнем мире. Первый сакральный дней в Северном полушарии. Равноденствие, день и ночь. Когда начинается прибавление света. И вот как раз поэзия вот на этом стыке все время работает. В перспективе, когда она как бы чувствует это вот равновесие, но в то же время с перспективы света и с этим зерном преображения. Вот об этом я написала стихотворение «День поэзии». День поэзии, день равноденствия, удаление словами от бедствия, бессознательной, отступательной темноты, ее воли старательной, день весеннего равноденствия, день поэзии. Значит, действие солнца в недрах живой сумятицы наших душ, что должны потратиться, и из хаоса космос выстроить, и в строительстве этом выстоять, невзирая на тело посула, не беря переметные суды, свое солнце настроить навстречу с тем, что бездны рождения лечат. Это в свете весеннем рождение возвращает дороги удельные, где на арфе играет мгновение стихо струнные, стихо словенные. Второе стихотворение я посвящаю светлой памяти моего папы, фронтовика и писателя Георгия Михайловича Миронова и всем ветеранам. Я постараюсь его прочесть. Ты был среди юных, мой лейтенант, звал и поднимался в атаку. Ты знаешь, как чувствует Божий талант, когда из окопа вставать, как атлант, приходится тело над страхом. Но ты не становишься просто мишенью, ты не мешаешь ни свету, ни зрению. Они составляют наследство твое, как все, что имеет ответ и паренье, свобода, поэзия, счастье, любовь. Когда-то потом, в путешествии мирном, мы навещать будем эти могилы, встававших в атаку с неясным концом и в поле закончивших ясным лицом. На камне на каждом читали фамилии, раз утомившись, поникнув, как лилия, где-то в районе Ельца или Каширы, я отказалась бежать из машины к сотой, а может и к тысячной стеле, с красной звездой и в твердой шинели. Я мог здесь лежать, неожиданно грустно, сказал ты, и небо мне стало так тускло. О ты, поколение комфорта и лени, вставай же у этих холмов на колени. Душой на колени вставай, помолиться за всех, кто пришел и не смог возвратиться. Атлантов с немыслимой тяжестью ношей, державших и небо, и землю до дрожи, и продолжающих те же бои, и тоже держащих всегда на крови. И, Господи, вспомни, помилуй солдата, ребенка 20-х, подростка 30-х, отца потерявшего в 38-м, и за него отвечавшего после тюрьмою и ссылкой подруга доносу, того пехотинца, кто в мирные годы, когда он писал о военных походах и о сердцах возлюбивших свободу, не верил, что нет его в братствах погибших, ни там и ни здесь не считал себя лишним. Мой юный герой, мой отчаянный юный, в 24-м рожденный в июле, любимый, счастливый, горячий, сердечный, ушедший, держащий мой вещи, мой вечный,
Ты старый солдат, говорил мне шутливо, когда было больно и нетерпеливо. Война научила твое поколение терпеть, но от рабства мне в отдалении. Будь жив, лейтенант, твой призыв сокровенный и к родине в сердце, и будет, поверь мне. Еще, если можно, одно стихотворение маленькое. Где ты, родная колея? Ну и в тебе мне будет душно, и Марфа, и Мария, я в обеих одному послушна. Как я сознала это вдруг, как постепенно сознавала. В спирали долго виден круг, а в круге неприметно жало. Однако знаки из глуби, и вертикаль во мне дрожала, пока на страстный зов «люби» собою нотный стан держала. Но звук, томившийся в кольце, к мелодии прорвется снова, и музыка срывает цепь, и в ней меня целует слово. Спасибо. Ваня Миронова напомнила еще раз о памяти, да, она всегда с нами. И сегодня мы почтили память Елены Шварц, но в начале марта ушел еще один человек, которого, я думаю, все вы хорошо знаете, по крайней мере, как исполнителя. В начале марта умер Виктор Луферов. У нас на сайте был некролог. Это особенная жизнь человека, который как бы разорвал себя на части, когда он создал клуб «Перекресток». Я думаю, многие из вас там были. Буквально все здоровье Виктора ушло на это. Замечательный поэт, замечательный исполнитель, прекрасный актер. И я хочу, чтобы мы почтили память Виктора Луферова. Бережков Владимир позвонил, он, а Виктор Луферов один из старейших членов Союза литератора, он участвовал в очень многих наших фестивальных программах, я помню, как он замечательно выступал на Гоголевском бульваре, и вот Бережков позвонил и сказал, 4-го похоронили Витю в церковной ограде церкви по Каширскому шоссе, был морозный день, 4 марта, и вот, представляешь, говорит, мы стоим около могилы, батюшка отпевает, и вот вдруг мы видим, как на наших глазах распустилась верба. Он говорит, было очень много людей, было почти 500 человек, и все это увидели, и это было у всех на глазах. Вот что такое память, вот что такие стихи, хорошая поэзия, когда Маша Миронова напомнила нам о памяти и о слове. Ну, я уже говорила, что в этом году, в конце года, 20 лет со дня образования Союза литераторов, мы вышли из многих литературных объединений, обществ. Об этом очень много писал Юрий Проскуряков. И мне бы хотелось, вот прежде чем мы предоставим слово людям, которые вышли из известных литературных объединений, чтобы прочитал именно Юрий Проскуряков свои стихи как автор интереснейшей статьи в последнем альманахе «Словесность 2009». Я думаю, многие из вас эту статью читают. Если не против. Я прошу два стихотворения, которые, мне кажется, каким-то образом имеют отношение к творчеству. Ну, надо бы обсудить. Когда придет высокое искусство, мы станем где-то бесплотным тенем густо, чтобы впитать негаснущий рассвет. Служение муз подобно изваянию неуловимых чисел, темнознанию и знанию света обречен поэт. Переплелись там певица и ягненок, старуха и резвящийся ребенок, созвездие в себя впитало шерсть, сомкнулись там энергия и скука, в лесбийской ласке не слыхать ни звука, когда один глаголит или шесть. В густых слезах, что там тебя не встречу, я будущему с прошлым не перечу. Четыре смерти, но любовь одна. Не научившись с памятью расстаться, я буду тебе вечно улыбаться из этой капли крови и вина. Любовь к поэзии. Ко дну идет корвет,
На свалку кораблей пиратские перы, клинки острот, как молитв остры, Сервантес в водоросли прячет силуэт. Прозрачный Лермонтов в крови теряет свет, и Ронзон в двуствольные тоннели уходит добровольно, еле-еле во сне империи вращается сонет. Привет, мой Пушкин, голос и рука обрублены годами на века, и Пугачев сквозь царственные арки военным тралом злата галерей спешит украсть у родины своей и алтарям раздать презренные подарки. Юрий Проскуряков. И мне хочется предоставить вот следующее поэтическое слово Людмиле Серовой. Она родилась на Орловщине, Орловский край, литературный, поэтический. Потом переехала сюда, в Москву, чтобы работать в музее Маяковского, чтобы еще ближе быть к поэзии, хотя, казалось бы, куда ближе, если в Орле живешь. Людмила Серова. Зимний стих. Утро раннее, снежно-лохматое, птичий голос, как призванный стих. Юный дворник широкой лопатой разгребает тропу на двоих. Город снегом внезапно охваченный, перемене одежды и дел, словно в свежем белье из прачечной, побелел, посветлел, присмирел. И к бумаге на снежной скатерти, позабыв о скитаниях своих, как бродяга к кресту на паперте, бойко просится зимний стих. Дантес. У черной речки снег скрипит, в дуэли все уже готово, угрюм присутствующих вид. «Сходитесь!» — прогремело слово. Он первым сделал шаг вперед, качнулась ручка пистолета, и пуля, изменяя ход, смертельно ранила поэта. Взлетела стая воронья, перед глазами все в тумане. Не я убил его, не я. А может быть, он только ранен? Дрожали пальцы на груди в защите от ответной пули. Но пуля дрогнула в пути, как будто беса отвернули. Что это? Дьявола игра? Или таково судьбы решение? Я победил и проиграл. Поэту слава, мне презрением. Гадание ворожьи о белом всаднике сбывалось. Воронья стая разлеталась, и сани медленно ползли. И последний. Что-то случилось с природой, шлют позывные грачи. Что-то случилось с погодой, брызнули в окна лучи. Что-то случилось с душою, словно проснулась она. Стала шальной и большою, сердце толкая весна. Спасибо. Прошлый год был годом Гоголя. Это был, как вы понимаете, особый год для члена Союза литераторов Владимира Глянца, автора интереснейшей книги о Гоголе. Он как бы хотел, и ему это удалось, взглянул Гоголя иначе, на Гоголя иначе, нежели многие его исследователи. Но оказывается, что Владимир Глянц нам не только интересен как гоголевед, у нас Гоголь всегда с Глянцем, но интересен и как человек, который вышел из литобъединения «Магистраль», ученик Левина. И интереснейшие воспоминания у нас в нашем портфеле будут опубликованы, дай Бог, все будет хорошо, и мы издадим «Альманах словесность 2010» уже, может быть, очень и очень скоро. Владимир Глянц. Старый такой, совсем старый, 40-летний год. А какой посвежий? А кровь истины. Сейчас.
нам день для разбега, а ночь для осмысления скорости. Дневная победа окажется с привкусом горечи. Покажется малым победы и скорости медленной. В окне полнокала затеплятся звезды и медь луны. Нам ночь для полета, слепого, но все для полета. Стихии полотна плотную подступят под лоб нам, под добрый вердовом, отлитые в гипсе и меди, все бури и смерчи, тугие валы океана. Все будет как надо, как в музыке жизни и смерти. То скорто послышится, то исчезает Тиана. И второе такое вот наши дни. С икса начинается искусство. Мысль попискивает списком. С мыслью, разбегающимся списком. С авантюрой. Страх притянут к Иисусу. С иска, с поиска врагов, с искуса. С кикса духовых. С прямой опаски. С треском провалиться. С резко, с риска. С опьянением стаканы. С плеска, плиски. После пляски с пустоты. Но что там близко? Что так дерзко заселилось в праве детской? Что шершавые шлифовки просят блеска, и написанное требует огласки, лишь в оттиске притипте в видах таски. Что там таска? Литва Х не фикса. Владимир Ильич, в центре нашего сегодняшнего собрания Артем Калерин, «Живое ТВ». Сколько раз уже нас снимает в разных местах, сколько фильмов уже для нас сделал. Снимает не только нас. И Спивакова, и Церетели, и «Подвал номер один», и многое-многое другое, о чем он написал в последнем «Альманахе». Вот он написал еще одну вещь для «Альманаха 2010» и говорит, что если мы напечатаем, то литераторы его побьют. Очень интересная статья, и мы ее обязательно напечатаем, так что смотрите на Артема Калерина, пока вы с нами, чтобы вы знали, что вы бедите. Ну, мне хочется сказать, что Артем Калерин бывает и в горячих точках нашей столицы, например, в Царицыно, не единожды. И мне хочется представить вам человека, с которым мы познакомились на знаменитой даче. Дачу Муромцева, дачу Бунина, дачу эту сожгли, как вы знаете, в январе. А недавно была дана команда разобрать на мусор. И почти все вывезли, но люди не сдаются. И сегодня в клубе «Билингва» собираются те, тайно причем, почти тайно. Потому что сейчас организация, о которой вы хорошо все знаете, мы совместно выступали, это «Архнадзор», сейчас приходится очень несладко. Они, как только объявляют, что где-нибудь собираются, их тут же выгоняют оттуда. Вот только идет рассылка, и все. Мы дружим с «Архнадзором», мы поддерживаем все его начинания. Мы пробовали сохранить дачу Муромцева-Бунина. Если вы войдете на наш сайт, вы увидите, в декабре написано «Письмо Юрию Лужкову». Откройте, почитайте, мы все его подписали сейчас. Оно уже в судебных инстанциях и во многих других. И вот в Царицыне мы познакомились с человеком, которого приняли в Союз литераторов, самый молодой член Союза литераторов, его псевдоним Потап Моготов. Добрый день, я первый раз собрание. Первый раз Потап сегодня? Да. Ну, волнуюсь, у меня там песенный жанр, поэтому сейчас у меня немного. Вот один стих я решил прочитать. То есть он не будет связан с событиями, о которых мы говорили. Надеюсь, что мрак развеется. Ну, вот такой вот. Небольшой комплимент. Говорит творение «Ночные страхи». Синим цветом светит небо, звезды водят хороводы, лик луны лучится светом, в омутах темнеют воды. Суета дневная спала, муравейник спит под елью, сук сухой на древе старом. Мрачной угрожают тенью время странных привидений, тихих стуков, ветра, скрипок, из болотных испарений. Восстает лиловый призрак с
стелет низко над травою, пелену неверной хмари, а сочится темнотой под покров остывшей гари. Фильм смотрит желтым глазом на кишащие фантомы, после ухнет громким басом, разнесутся эхо стоны. Здесь сейчас никто не вспомнит, солнце жар, палящий сверху. Первый лучик робко тронет в буйной кроне дуба ветку. Моментально все исчезнет, все свернется, испарится, уползут под корни тени, чтобы ночью возвратиться. Спасибо. Спасибо. Да, я тут хочу сказать, что хочу раскрыть его имя. Потап Могутов, создатель и руководитель ансамбля «Потап и корешки», а зовут его Кирилл Харитонов, московский архитектор. Юрий Проскуряков хотел раскрыть какую-то тайну. Да нет, не тайну. Дело в том, что здесь сейчас коснулись архитектуры, и не только я заметил очень многое, не только в Москве, а в России, разрушено вот за последний период то, что было создано в предшествующие десятилетия. И, может быть, еще до той революции было создано. Вот разрушается, включая общественные институты многие. И вот я одного чиновника, который имеет к этому отношение, я его спрашиваю. Я говорю, а вот зачем все это разрушается? Вы как можете мне объяснить? Ну, неофициальная беседа, я поэтому его не называю, он мне говорит, а ты что, не знаешь, вот когда варвары пришли в Рим, они тоже там поломали все скульптуры, здания разрушили, а потом из этого что-то там поскладывали. И после этого он, не обращая внимания на ассоциацию, которую это у меня вызывает, говорит, вот и мы так же. Сейчас вот поналомаем, там все это нужно поломать, оно все плохое, а потом из этого что-нибудь поскладываем. И мне стало от этого очень тоскливо, потому что ломать это легко достаточно, а вот поскладывать это не всегда удается. И еще неизвестно, все ли поскладывали из того, что поломали еще в Древнем Риме. До основания, а затем. Как в песне поется, да? Просто люди не любят Москву, которые правят ею. Да не только Москву, ну что вы говорите, что Москву. Я имею в виду Москву. Да и в других местах еще. Ну, да. Трудно сказать, где, что я в советское, да, время, в советское время занимался охраной памятников культуры, которые тоже ломали там на мосты, что-то на охрану, что-то ломали. Денег меньше, и, но все-таки что-то удавалось. Тогда вот как-то... А сейчас я смотрю, уже вообще просто ничего не удается в этом отношении. Юра, потому что в 29-м году сломали так много. Вот 29-й год, он был во многом переломный. Это же взорвали Чудо и Вознесенские монастыри. Это особый год был, между прочим. Нет, я прочитал сейчас. Одну вещь. Одну минуточку. Тогда мы просто, у нас уже есть такой определенный план. Именно. И сейчас, чуть позже, хорошо? Мне бы хотелось, чтобы почитала Наталья Рожкова. Она, по-моему, тоже, как и Татьяна Пацаева, участвовала во всех выступлениях всемирных поэтических чтений Союза литературы. Спасибо. Да, Наташа? Да, спасибо. Я думаю, это день такой, уже в завершении. Не удалось, Наташа. Да, не получилось у меня. Косить сейчас. Можно сидеть? А все сидели. Да? Так, значит, Пушкин. Весь мир ты обнимал, а он ожесточился. Пора выйду, позвал. Но сам не торопился, и нынешний поэт, свою предвидя малость, прошепчет, счастья нет, и воли не осталось. Вот это вот не так давно у меня написано, дело в том, что у меня есть внук, ему 2,5 года, а сейчас уже и внучка как-то недавно родилась. Вот, и интерес... Ну, 2 года пора уже, как-то да. Не заслуживаешь. Да, и этот внук родился ровно через 100 лет после очень любимого и уважаемого мной поэта Арсения Тарковского. И его тоже назвали Арсением. Не в честь, а просто так, просто совпадение. Метафизическое. Да, ну вот у меня вот на эту тему такой стишок. Будешь влюбляться, дерзать и дерзить, и учить логарифмы. Только избавь тебя Бог от случайных вначале, но трепетной рифмы. Гладкие камешки слов вдруг поранят, и нет ничего бесполезней. Каждая книжка стихов, как история вечной болезни.
Каждая мысль на ветру бьется бешеным стягом. И поутру, поскорее, родители, спрячьте бумагу, как от Марины. Пусть жизнь будет ясной и спорой, чем синих леет излучать среди красного хора. И вот, так сказать, право Пушкина прочитала, Тарковского прочитала, теперь про себя. И про весну. Я форточку ночью забыла закрыть, и слышала снега дыхание. Зачем мне весну безответно любить? Важнее ее ожидания. А может быть, едет он издалека и жмет, спохватившись на тормоз. Банально не встречены мною пока, герой собирательный образ. Хоть путь его долгий, изволь, потерплю, чужих не читаю сонетов. Я знаю, что точно нужна февралю и обществу мертвых поэтов. В прабабкиной шубе, нелепом шарфе, чужие следы наступают. Я чей-то подшефный, бреду под шофе и новую песню слагаю. Спасибо. Наталья Родцова. Миш, я буду потом просто представлять, у меня уже как бы вот сложился план, тем более многие пришли намного раньше. И мы уже упоминали о литературном объединении «Магистраль», и хочется вспомнить о спектре. Инна Риховская. И в тысячный раз от любви задохнуться, ее гениальный чертеж постигая, в преддверии рая шагнуть и очнуться, когда завершится изгнание из рая. Бесплодную, скудную землю ногтями взрыхлить, удобряя слезами и кровью. Рожать, хоронить, возвышаться и падать, и в тысячный раз на разрушенном строить. И душу храня от смирения и гнева, и выжить, сумев в этом гибельном крае, лишь смутную память несет в своих генах, и думать забыв о потерянном рае. И только однажды, уже на излете, тебя вдруг пронзит пониманием болью, понимание болью, обычная жизнь, как у сотен и сотен. Но это и было великой любовью. Зачем встречать? Прошу, не торопись, постой, не уходи, еще помедли, пока утешный мрак ночной не обовьет родную землю. Пойдем к сомлевшим в жар холмам, увитым красным виноградом, где Крыма дымная челма парит в потоках камнепада, где ягодами алычи катает наш язык послушный, название, очертания чьи, Алупка, Ялта и Алушта. Где море млеющий изгиб парит в опаловой оправе, где влажный след босой ноги божественным следу равен. Когда безбрежность красоты переполняет дух и тело, почувствуешь внезапно ты, как раздвигаются пределы. Как светлячка ночного блик пронизывает расстояние, так ты ничтожен и велик. Паришь, летишь в ладонях не раздвинув. Спасибо. Ну и вы знаете, вот редко кто из поэтов, будучи вот так вот удивительным тончайшим лириком, вдруг резко ломал свою жизнь и становился сатириком, а потом вновь как бы обращался к лирике. Я хочу представить Александра Сырова. Александр Петрович Сыров. Он сначала был просто Александр Сыров. Потом, когда он решил круто изменить свою лирическую судьбу, то решил, что одной фамилии Сыров мало. И еще отчество свое тоже переделал фамилию. Вы, я думаю, знаете его публикации. Вот удивительная судьба. Очень рано начал публиковаться в советские времена. В «Московском комсомольце», на расхват стихи, напечатали где угодно. Красавец, все вот как бы. И вдруг перешел в другую ипостась и стал сатириком. Саша, я вижу, что ты все время что-то ищешь, поэтому я жду, пока ты будешь, когда ты найдешь себя. Насчет фамилии — это раздвоение личности. Раздвоение личности. Александр Петрович Сыров. Один стишок, тема. Как говорится. В той дивной стороне никто не лжет. В той стороне никто не изменяет, никто не грабит
Никто не пьет, не предает, не бьет, не убивает. В той стороне деревья и цветы, росой сверкают и благоухают, там пение птиц и бабочки порхают, в той стороне ограды и кресты. Больше нельзя? Почему нельзя? Больше нельзя. До трех? До трех? Ну, я тут один большой, так сказать, несколько диссонансов, лирический диссонанс. Про ноги. По пыльной, унылой, неровной дороге, шатаясь, шагали, как будто бы ноги. Но разве осмелятся чьи-то умишки назвать так две хилые те костолычки? То были пугливые, как бандерлоги, как те, что всю жизнь обивали пороги, то были болевшие в детстве рахитом, да что уж теперь, а давно позабыв. Исправили дуги, спрямили до икса, ходить бы, ходить им до самого стикса. Конечно, поджилки не в полном порядке. Ахилл как-то раз оторвался от пятки, ну, пальчик один вправо-влево болтался, большой отвалился, мизинчик стоптался. Вперед и вперед, заплетаясь, как в йоге, они штандыбали, плюя на ожоги, на то, что страдали сплошным целлюлитом, чесоткой, подагрой, менистым артритом, на то, что не знали они педикюра, не внешность ведь главное, а арматура. Водичка под чашечкой хлюпала слезно, так холодно было им, так варикозно. А то, что между ними виднелось случайно, так это, простите, врачебная тайна. Под вывихи, вывихи, три перелома, и это им было до боли знакомо. Прыщи доконали, ушибы, порезы, стреляли суставы, скрипели протезы. На язвах, мозолях, подохи да вздохи, вовсю тусовались пузатые блохи. Под горку сучили, гремели маслами, ползли, спотыкались, но двигались сами. Они выступали достаточно бодро, особенно кости лодыжек и бедра. Хотя их корячило, жало, сводило, все же туда их толкала какая-то сила. С натуги они посинели, а запад его уносило к буржую на запад. Естественно, стопы немного сопрели, но не сдавались, и доблестно пели. Песня, хорошая песня, не волосатые, не задубелые, не шишковатые, не бугристые, мы шелковистые, не загорелые. Мы аккуратные и мускулистые, не ревматически полкообразные, но молодые, и ты прекрасны. Так пели они, проявляя таланты, чуть-чуть приставая, порой мы пуанты. Дошли или нет, мы не знаем доселе. Какая нам разница, в самом-то деле. Но хочется все же, чтобы где-то в пыли они хоть в каком-нибудь смысле дошли. Который довел Наталью Рожкову до слез своими стихами. Я предлагаю сделать маленький, совсем небольшой перерыв. Собственно, вот на этой оптимистической ноте Сашиной мы и делаем небольшой перерыв. Так, кто самый храбрый? У нас вообще существует Союз литераторов, имеет довольно большое количество отделений и организаций, в том числе и в других городах. Вот представитель, руководитель одного из организаций Союза литераторов, город Омск, Валерий Коваленко. Он поэт и прозаик. Так, я, разрешите, сидя. Конечно. Так. Над миром Млечный Путь простер свои крыла. А в вечной жизни суть сегодня умерла. 7000 лет дорог сквозь прах и темноту. Кто рвется одинок в тугую пустоту? Еще не отросла золотого овна шерсть, еще не принесла себя благая весть, еще не проходил, босой не прошагал пустынник Зороастр. И огненный кристалл еще не взял свой старт. Над морем скал гранит, под твердью стаи птиц, в глазах огонь горит, стекая из глазниц. Так кто же одинок
вершит свой твердый путь сквозь пустоту дорог, сквозь мертвой жизни суть. Еще. Туман разослался над гордой российской столицей, над градом того, кто в Европу окно прорубил. Раскольников рода, который уж год вам не спится. Ах, Федор Михайлович, не демон ли в нем вострубил? Студентом-юристом он жил без гроша и без крова, во вношенном платье и с острым, как бритва, умом. Он стал бунтарем, то есть смысл бытия только в новом ему обнажился однажды в кошмаре ночном. Сидел за столом он, охваченный думою цепкой, и чувства, и страсти, пытаясь в порядок сложить, он стать Бонапартом хотел на земле своих предков, чтоб бедные люди могли там все счастливо жить. Раскольников родя, ваш замысел жуток и грозен, ужасен ваш вид, ну а дело ужасней вдвойне. В столицу приходит за летом осклизлая осень, а голод не тетка, и это понятно вполне. Всеобщее счастье ценой незначительной крови, ну, скажем, двух женщин, что стали у вас на пути, пройдет много лет, и на этих же самых условиях другие попробуют к этой же цели прийти. И хлынула кровь не ручьем уж, а подлинным морем, Сиблак и Майдан, Освенцим и край Воркуты, а там и война на большом евразийском просторе. Два мусорных ветра, две смерти живой высоты. Свеча оплывает дрянной зачумленной коморке. Убийца с блудницей ведут свой ночной разговор. Заснули туманы на Невке, фонтанке и мойке. Несбывшийся бред и в глазах несказанный укор. Пустая свобода, ты вздорная, дерзкая кошка, в разгуле инстинктов и с ярым огнем дикий глаз. Погладить тебя бы, хоть даже совсем и немножко, а после раскаяться в строго отмеренный час. Раскольников родя, 100 лет уж мы спорим с тобою. Твое дерзновение, путь на долгов у души, два мусорных ветра сошлись в твоем сердце для боя. Свершись же, свобода, обоих собой сокрушив, Россия сегодня стоит у разверзшейся бездны. Душа ее смутно влечется к черте роковой. Не дай соскользнуть ей, о Господи, свет благовестный, ведь след за Россией сгинет сам корень людской. Валерий Коваленко, поэт, прозаик, ученый, доктор наук. И кроме того, мне кажется, что у вас выдающийся актерский данный. Так замечательно, читайте. Спасибо. Есть у вас чему поучиться. А каких наук? Да. Вот. Я помню тоже, что одним из частых участников наших чтений мартовских является молодая, красивая Мария Панфилова. И вот, когда мы смотрели записи из музея Маяковского прошлогодия, до сих пор не могу забыть ваш зажигательный, совершенно великолепный танец. Пожалуйста, Мария. Приготовится Михаил Николаевич. Знаете, мы по дипломатическому протоколу, что так, мужчина, женщина, вот принято сидит. На мокрые грядки смотрю полусонно, прозрачные капли, стекляшки бежит, как пошлые брошки блестят патиссоны. Дождь мимо идет, я в домишке сижу, на стуле скрипучем и счастлива в кубе, и чай допиваю, глазею в окна. На садик, где розы карминные губы дождю подставляют, мешая вино и воду небесную, греки, не греки, а солнце глядит через тучу манжу. Вот старенький Кэнон, сменю батарейки, и сфоткаю все, и тебе покажу. Если можно немножечко громче. На сегодня с весной покончено, махом белого колеса, снег паркуется у обочины,
и заходит тихонько в сад. И до ночи бродит аллеями, что-то или кого-то ища, чтобы стали небо умиленье, нас коснется краем плаща. Прет зеленая брага на весеннем перу. Все в порядке, собака, хорошо, точка вру. Время, знай себе, лечит. Колокольчик, по ком? Что молчишь, человечек? В горле ком. Спасибо. Один из тоже старейших членов нашего союза и из знаменитого объединения «Спектр» Михаил Николаев. Да, вот тема города, что-то меня вот как раз на эту тему и вот хотел прочитать такую вещь. Вечер, на стеклах закатные полосы, улиц тянета в эге речевой. Город бы взять за чугунные волосы, в небе лесов запрокинув его. Как он ребрится под самое облако, башни нацелены в синий провал. Тяжко гудит головы колокол, мерно шуршит механический вал. Жарких машин сардонический кохот клонит подвесных к тяжелому сну. Нынче пройтись и не так уже плохо, лет за гиперболу в ладницу воткнув. Тяг на исходе, по склепу подножи треют незримо святые места. Над потемнелой асфальтовой кожей низко вибрирует автометалл. Площади множат, прессуют и чистят лица. Всеченные в глыбу толпы лица, в застывших сумерках мысли, лица, вобравшие грохот и пыл, и пыль. Дело привычное. К проме окон, штольни замков и дверных галерей вскроется телестеклянное око, звонится, грянет на крытом столе, здравится жест, полувзгляд обещания, ранит бесцельная шутливая месть. Шелест шагов, затрудненность прощания, форточка люк полусонную весь. Не убежать от всеобщей погони узкоколейкой мирского добра, только по памяти душу затронет исповедальное пламя костра. Красная пляска, багровые блики, белое уханье медленных сов, губ обаленных следы ежевики, чаша судьбы на созвездии весов. Манит еловыми лапами леший, но не уйти в заповедных лесов. Рай не сучит ни конный, ни пеший, даже за степью, за взлами псов. Бродит луна среди мягких игрушек. Завтрашний день лаконичен и крут. День от дня все труднее разрушить прочный, годами накатанный круг. Круг деловой, возведенный в привычку. Круг стародавних знакомых, родных. Круг торопливый метро, электрички, круг глубоко замурованный в сны. Город, как властно ты лепишь породу гордых, решительно жестких людей. Грустная музыка у перехода, танец над пеплом сгоревших идей. Такое известное стихотворение, представление, которое начинается с слова председателя совнаркома, может быть, многие его помнят, так вот оно посвящено Михаилу Николаевичу. Не все помнят. Так, а сейчас я бы хотела дать слово Татьяне Гордиенко. Так как мы сегодня собрались с вами весной, я начну со стихотворения «Весне». Я сегодня открыла весну, как колонн, я услышала ветер, вдохнула пространство, и цветные открытки сияющих клумб, и как вены набухших ручьев постоянства. Я коснулась ветвей, обрамленных листвой, бесконечно зеленой волной смоленистой. По асфальту дорог дождь прошлепал босой и оставил природу пронзительно чистой. Я сегодня колумб, отпускаю всех птиц, открываю зари золоченые дверцы, чтобы вспыхнуло радостью множество лиц и согрело остывшее за зиму сердце. Ну, а теперь ближе к теме поэзии. Стихи Гомера так стройны и строги, и прочны, словно латы Ахиллеса, гекзаметры, как бурные пороги, поэзия — итакская принцесса.
прекрасно, вольнодумно, величаво, вся отражение солнечного света, так многолика звездная октава построчной музыки античного поэта. Вновь прочитав страницы Одиссеи, я неустанно тихо повторяю речитатив мелодии Орфея «Великий глаз гомеровского рая». Мы продолжим тему Пушкина. Черная речка, зима, снег, полный интриг, 19 век, шпаги в сугробы, отчет шагов, тайная битва ярых врагов, два пистолета, один без пуль, сходятся. Сплющилось солнце в загадочный ноль, сходятся, полно, уже пора, сброшена шуба, блестят кивера, небо жандармом смотрит на них, лес затаился, гомон затих. Пушкин, не надо, дрожит рука, черной змейкой вьется река, выстрел, и птицы взметнулись с ветвей, не было более горьких вестей, кровь на поверхности снежных ланит, ранен, чуть дышит, а впрочем, убит. И последняя, которая посвящается поэтам. Всегда поэты ярче и нежней, и потому, как правило, печальнее. Им жизни боль и ближе, и видней. Так будет, есть и было изначально. Им суждено всего себя отдать. Они, как достояние народа, а верить, мыслить, чувствовать, страдать, их учит небо и сама природа. Всегда поэты чище и светлей. Хотя писать куда уж как непросто. И я иду по праведной земле, как Господом неспосланный апостол. Спасибо всем. Вот, значит, Татьяна сейчас прочла, ну, прям ключевые стихотворения, уместные для Дня поэзии. Это одно связанное с родоначальником мировой поэзии, с Гомером, а другое с родоначальником русской поэзии, это с Пушкиным. Ну, про Пушкина, наверное, все много знают, а про Гомера, если вы позволите, я вам скажу несколько слов. И вот Гомером очень много занимались, интересовались, существовал ли такой вообще человек Гомер, был ли он на свете. Оказалось, что Гомер, Омар – это все слова одного происхождения, значащие высокую приближенность к свету, к Богу, вещающие устами Бога. Но это, быстрее всего, было прозвище, а не имя реального человека. Вот великий Гомер, который сочинил Илиаду и Одиссею, вероятно, такой человек существовал, но вообще Гомеров насчитывается более тысячи. И они, вот Омар Хайям, тоже Гомер, но это уже другой период. Вот все они делятся на две половинки. Одна половинка – средневековая Гомера, а одна половинка – это античная Гомера. И между ними там тысячи лет. И вот тот Гомер, который был великий, он сначала... Вообще-то ему нужно было чем-то жить, он сочинял стихи. И как он зарабатывал себе деньги на жизнь? Потому что вот, когда он писал «Илиаду и Одиссею», это уже было в Египте, там ему дали домик и прочее. И, в общем, он мог не работать, а сочинять. А вот тот период до того, до этого сочинения, он на рынке зарабатывал себе деньги. Собственно, выполняя основную функцию поэта. Он сидел на рынке, и к нему приходили люди, которые хотели нечто вопросить высокое у высшего существа. А он сидел с открытым ртом, ему в рот клали монету. И вот, значит, после этого он вещал голосом Бога и давал ответ на тот вопрос, который ему задавали. Поэтический ответ давал. И таким образом, собственно, и рождалась поэзия. То есть он служил неким посредником между высшим и людьми, которые спрашивают и ищут этого ответа. И вот поэт с самого начала был призван давать такие ответы, за что его и кормили, собственно говоря. Вот и все, что. Ну вот сразу, как, сразу не экзамен говорил, как импровизатор. Он, знаете, вот эта традиция, она сохранилась до наших дней. Вот последний такой поэт, это был Бэзил Бантинг, английский поэт из группы Underground, который написал 100 стихотворений, опубликовал, точнее, 100. Он был с самого начала века, там со всеми, с Эллиотом, со всеми он был в друзьях, но его до самых последних дней публика не знала.
А в последние дни, незадолго перед смертью, к нему пришли, он публиковал книгу «100 стихотворений». К нему пришли журналисты, он сказал, надо же, чего-то вы все зашевелились. Он выбрал 100 шедевров, но известен он был не этим. А известен он был тем, что он выходил в метро, вот поэтому «Underground» называется. Это подземка. Да, подземка. Он выходил в метро и становился перед эскалатором. И когда люди оттуда с эскалатора выходили, он говорил стихами и побуждал людей ему отвечать. И надо же, это записывали, ему отвечали. И все время попадая в рифму и отвечая по существу дела. Вот люди, которые проходили, наплывая на него с эскалатора. И это то же самое, но только в другом воплощении, что делал Гомер на рынке когда-то. Боюсь, что это не наше метро. Что? В наше метро, да? В наше метро. В принципе, это одна только версия. Вообще-то, откровенно говоря, скульптурный портрет Гомера существует. Греческий. Он действительно слепой. До него, конечно, все эти поэмы были созданы древнегреческими певцами, аэдами, которые были и поэтами, и музыкантами. А он, в принципе, их записал. И вот в Греческой галерее есть как раз картина Гомер, где он диктует своему секретарю, а тот записывает вообще вот то, что он хотел переложить уже на язык профессиональной поэзии. Вот, в принципе, вообще-то было так, потому что вот я когда преподавал мифологию и фольклор, у меня была такая тема поэзия аэдов. Это древние греческие народные певцы, сказители и поэты. Вот. И было состязание аэдов, кстати. Ведь сейчас вот мы проводим Олимпийские игры, а вот в Греции были так называемые пифийские игры, то есть пифона, да, Аполлона. И там выступали поэты и аэды, и они состязались, им давали также какие-то призы, какие-то награды и так далее. Сейчас у нас это забыто, потому что международные пифийские игры из языков разных провести невозможно. Они состязались так же голыми, как и олимпийцы. Да, но провести, нет, ну зачем-то. Но провести, по крайней мере, эти игры наподобие спартакиады внутри одной страны, это можно. Но у нас почему-то этого не происходит. Нет, вы знаете, в СССР это было, ведь акыны собирались в Узбекистане. Да, они читали по кругу стихи. Да, и вот даже Никита Сергеевич Хрущев посетил одно заседание, его, значит, его предупреждали, чтобы он правильно назвал участников состязания, чтобы он их назвал аксакалами. Но он ошибся и сказал: «Здравствуйте, дорогие товарищи с СССР». А это было. А вы знаете, я любопытно, если вы не читали «Метро» последнее, там любопытная штука насчет Гомера. Когда вот Гомер, они дали по поводу Гомера, героя, Гомер забыл фамилию, то есть героя мультфильмов, фотографию дали. Вместо фотографии Гомера, якобы, ну не фотография, а изображение, да? Они дали фотографию того самого американца из героя мультфильма. Гомер, по имени. Необычное да. Решение, так, давайте да. Повернемся. Ну, я понял, что у вас ведутся съемки, чтобы не было потом разногласий. Нет, просто. Хорошо, интересно, давайте все-таки вернемся. Сегодняшний день. Вот. Спасибо Геннадию Готовцеву за такое вот интересное добавление, а теперь с вас стих, пожалуйста. Да, спасибо. Да, ну, у меня стихи, правда, короткие, поэтому я могу прочитать 3-4. Вот. Но они действительно тема поэта и поэзии. Это уже точно. Так, куда мы так, итак, первое стихотворение «Пророк», ну и, конечно, знаменитый эпиграф «Нет пророка в своем отечестве». Пророк в России был всегда, еще с Олеговых времен. Судьбу людскую без труда заранее предвидел он. Но дар все видеть наперед, не в моготу переносить, когда, страдая за народ, ничто не можешь изменить. Пусть все, о чем он говорил, сбывалось волею небес, ну, людям что его посыл? Какой им в этом интерес? А он упрямо жил для них, напрасно тратя столько лет, как музыкант среди глухих, как бесчитателя поэт. Судьба поэтов России. Мертвый спринтер рекордов не ставит, и живущий поэт не в чести. Только время все лечит и правит, и дает нашей славе расти. И вчерашний палач-кровопийца сам поднимет поэта на щит. Пусть Россия поэта убийца, но зато как покойников чтит. И поэта признают впервые, напечатать его поспешат, ведь завидовать мертвым в России грех, которым пока не грешат. Дальше. Другу художнику.
Желтело небо, словно медь, на крышах тени заплясали, а мы, крещенные, мечей с натуры красками писали. И не для нас вражда племен, нам красота всегда едина, будто Рамсес или Хнатон, или Мухаммед, или Катерина. Как жаль, что стало вечереть, и изменилось освещение. Мы так боялись не успеть закончить смелое творение. Нам вправду стало не с руки, но мы, забыв про все печали, природным козням вопреки, этюды все же дописали. Клевета. Ну, тут Лермонтовская или «Друзей» клевета ядовитая. Это из стихотворения Тучи. Что клевета? Бесов черное царство, вирус поступков жестоких и низких, что заражает безумным коварством часто друзей, а порой и близких. Быстрый поэт, от тебя не убудет, путь на Парнас каменистый и длинный. Просто не ведают глупые люди, что совершают грехи над невинным. Ты их люби и прости, если можешь, и не спеши всех судить поскорее. Ты им, страдая, глядишь и поможешь, чтобы они стали немного добрее. И маленькое последнее. Сейчас что-то закрылось у меня. У нас просто еще подъехали выступающие, поэтому кроме все-таки читать три стихи. У вас это четвертое, да? Это маленькое, всего 8 маленьких строчек. Давайте, да, обещали 4, это уже пятое. Это пятое, да, не сдавайся, поэт, но зато это по теме. Не сдавайся, поэт называется. Заглушили воробьи соловья, не услышал его пение свет. Неужели эта участь твоя, непрославленный великий поэт? Правда, ноты соловей не писал, у тебя же есть надежды, гроши. Коль стихи твои попали в журнал, значит, все не безнадежно. Пиши. Все. Спасибо. Вот постоянный участник мартовских поэтических чтений, поэт, прозаик Ксения Рубинова. Лучше всего пишется, когда мозги затуманены, когда уже еле дышится от тяжкого недосыпания, когда глаза закрываются, снижая собой эти строчки, когда приспелые вишни протянет тебе мой сыночек. Небесная синь, небесная гладь, какая сейчас на душе благодать? Под небом, под синим я стих напишу, росточек дам веснам, любви глубину. А дождик капает по крыше, а мы стремимся выше, выше, а мы летаем в поднебесье и растворяемся вдали. А мы несем себя по крыше, а мы вокруг дыхания слышим. Мы везем свои проблемы, чтобы оставить их вдали. А мы слагаем еле слышно стихи, все то, что с нами вышло. Все то, что было, что уплыло, что можно было там найти. Не песня это, как награда. Она мне рада, я ей рада. В других галактиках, собратьев, найдем быть, может быть, друг. Все может быть в этой жизни. Поэт, прозаик, мемуарист Иосиф Рабинович. Ну, тут уже столько говорили про Гомера, даже неудобно мне, но придется все равно. Да, нам себя, пожалуйста. Называется «Покаяние». Великие люди древности в историю вбиты навеки. Прославлены и воспеты, как в бронзе запечатлены. Но если судить непредвзято, по-гамбургски и без ревности, поймешь, виноваты поэты, и не были столь значительны Эллады древние сыны. Ну, кто бы знал Одиссея, вальяжного Менелая или того же Ахилла с его сухожилием Хилом, известным сегодня в мире сверх всяких высоких мер, когда бы не струна золотая на старенькой греческой лире, которой бренчал их воспевший безглазый старик Гомер. А наше суровое время что, не рождает героев? Или лунная Одиссея и гомеровским не чета? Развалины Сталинграда страшнее пепелища Трои, и Тесла того же Архимеда, ну, не слабее ни черта. А сколько кассандров раскатали по треблинкам и сиблагам, где вышки, как монументы, подобие древних химер. И вот предо мной не скрижали, а карандаш и бумага. Глаголом славь свое время, но я, увы, не Гомер.
зрячим впиваясь оком в мои непростые годы, я все это ясно вижу, и горе, и благодать, и подлость, и благородство, смешение рас и народов, я мозгом спинным ощущаю, но не могу сказать. Это такая пытка, и это такая мука, как будто бы всем я должен, и никогда не верну. За вечер скурил две пачки, и вою тихо, без звука, от зла на свое бессилие, как старый волк на луну. Чтобы не затягивать, я прочту еще одно коротенькое и вступлю в свое место следующим. Называется «О вреде поэзии». О вреде, да. Он просто жил, не помышлял о вечном, воспел в стихах все прелести подруги и сладость томную ее железок млечных и спелость ягодичных мышц супругих. Он убеждал ее с таким экстазом, так величалась солнышком и зайкой, что бросила она поэта сразу и отдалась маститому прозаику. Мораль, поэт, переходи на прозу, не то себя, тебя судьба поставит в позу. Так. Председатель молодежной секции Максим Жуковский. И над экзаметром работать, и, опираясь ногой одной ногой, рукой в мутной тени в туне тупо танцевать, или плотвить, или по фене ботать, ботвы на фоне, или по скрип зеркальных половиц. Творец как вор, противно креативен, на все готов поэт, но лишь бы не работать. А не работать лишь бы, лишение готов терпеть, и пить о тяжкой горе, пить тяжко. Но не в затяг курить, но хрипло говорить подруге. Привет, отца. Hello, Дори. Спасибо. Ирина Артамонова. А я вот сначала прочту самое свеженькое стихотворение. Вот прошлое воскресенье написано. Прошлое воскресенье, а вот в прошлую пятницу, помните, когда была метель? А назвала я его, наверное, нескромно, я переводчик. Позавчера еще февральская метель пригоршнями в лицо мне снег бросала. Сегодня пасмурно, тепло, звенит копель, весна не ранняя, но все-таки настала. В лесу снега, приличная лыжня, и лыж достаточно, и тропка еще не черная, легко ведет меня вдоль пруда белого. По самой кромке. В лесу туман колышется седой, он мелкой изморосью падает на землю, вдали стоит он белую стеной, все призрачно, и лес как будто дремлет в спокойном ожидании солнца света, и терпеливо набирает силы, чтобы хватило на весну и лето. И в тишине неясные мотивы мне слышатся, стараюсь их понять. Лес посылает мне свои сигналы, их надо разобрать и записать словами, чтобы всем понятно стало, что хочет лес нам, людям, рассказать, порадовать, предостеречь немного. Придется переводчиком мне стать, шагая по лесным тропам, дорогам. Лес говорит, я очень вас люблю, делюсь я с вами, люди, силой, благом, я вам подарки дивные даю. Пусть будут они каждому наградой, кто в лес пришел с добром, а не с разбоем. Я ваш целитель, я ваш верный друг. Вы мусор убирайте за собою и не ломайте у деревьев рук ветвей. Им это очень больно, они живые. Ягоды, грибочки, берите боли, здесь всего довольно. Но не топчите малые росточки. Своих потомков счастья не лишайте. Не мучайте меня, не убивайте. Так шепчет лес, и ласково, и тихо, стараясь уберечь людей от лиха. Откуда вдруг является строка?
Слагать стихи, как детская игра. В лес отправляюсь днем или с утра, иду, смотрю, дышу и размышляю, и до конца сама не понимаю, откуда вдруг является строка. За ней вторая, третья, и пока по тропочке размеренно шагаю, страничек пять блокнотик набираю, о том, что вижу, что болит в душе, о том, что было и прошло уже, о том, чего хочу, о чем мечтаю, делюсь с другими тем, что наблюдаю, и так всегда. Лишь стоит только мне зайти в мой лес медведковский любимый. Не пишутся стихи на письменном столе, как будто бы летят куда-то в мир. Еще одну маленькую можно? Конечно. Нельзя. Я попрошу, давайте не будем мешать друг другу, ребята. Нельзя. Заснеженный лес, это в конце декабря. Заснежен лес, ни холодно, ни сыро. День будний, я в лесу почти одна. Прекрасен зимний лес, и сердцу мило. Все, что я вижу, старая сосна махнула мне своей тяжелой лапкой и пожелала доброго пути. Пенек кивнул мне белой снежной шапкой, словно сказал, смелей вперед иди. Спасибо вам, друзья мои хорошие. Я постараюсь выполнить наказ. Шагаю лесом, снегом запорошенным, любуюсь им, дышу, и каждый раз я сказки новые, чудесные здесь вижу. Пригоршни мудрость черпаю в лесу, я все это на нить стихов нанижу, и людям дар с любовью принесу. Спасибо. Владимир Новиков, пожалуйста. Значит, это стихотворение об Италии. Есть такие катакомбы Каллисто, и вот там очень потрясающие, так сказать, виды. Это я как путешествовал по дороге Виа-Аппия с рюкзачком и, значит, ночевал в кустах, и вот забрел в эти катакомбы, и меня очень так подвигло на это стихотворение, так сказать. А вниз сойти прохладный сумрак туфа, как будто бы за солнце заглянуть. Здесь подземелье чутко ловит ухо, сон голосов, ушедших в дальний путь. И сквозь века, и копоти наплывы, нежнейший тон, как первоцвет весны, наскальных акварелей переливы в грядущее благую весть нести. И странно мне, совсем не слышно стонов. Лишь близких молодые голоса в одеждах домотканных и хитонах, любимых провожавших небеса, любимых провожают небеса. Я слышу шепот ваш и возгласы из глыбы, как вы делились вестью без собой о том пророке, бывшем в чреве рыбы и воспарившем дымке голубой. И дело нет, что старый Рим во прахе, и кое-где костры уже горят. Цицилия кончит жизнь на плахе, чтоб Троицу святую отстоять. Так молод мир, и вера воскрешения листает небо стаей журавлей, и словно бы в заветный день творения заря любви пылает мощью всей. Спасибо. Александр Олейников, пожалуйста. Я прощу два. Одно серьезное, второе менее. К славе Родины все устремления, для нее открывалась трава, но записанных постановлений о расстреле другие слова. Ни серпу не молился, ни молоту. Как же так получилось, Колчак, что доставился царское золото прямо прямиком в большевистский общак? Слишком ставки там были высокие, и когда завершилась игра, приняла свои воды глубокие, поглотила тебя ангара. Поднимали солдаты винтовки, упирались прикладом в плечо, по приказу, согласно шифровке, сочиненной в Кремле Ильичом. Ты венца на себя не примерил, только правофланговому в дар, что тебя этой ночью расстреливал, передал золотой портсигар. Золотой портсигар с монограммой был с высокой пробой металл,
9 полноценными граммами, тот солдатик спасибо сказал. Без суда мы тебя расстреляли, а теперь говорим мы святой. Так Россию мы порастеряли, самый главный запас золотой. Мы тебя без суда расстреляли, ты прости заблудившихся нас. Воссоздать не сумеем, едва ли уничтожен этот запас. Разлученная стражей насильно, сквозь полвека любовь пронесла. Свет души твоей, Анна Васильевна. Да, чудны твои Божьи дела. А второе вот такое. Даже если буду в коме или только лишь бреду, я к друзьям в народном доме обязательно приду. Кулаком упрусь в коленку, после репу почешу и последнюю нетленку, постеснявшись, оглашу. Обратясь к знакомым лицам, прочитаю я стишок, но не надо озим биться и впадать не надо в шок. Не хочу ажиотажа, все тут гении со мной. Мне б не слышать, что за лажа, тихий шепот за спиной. У нас выступали представители СМОГа, Спектра, а сейчас мне хочется дать слово представителю литературно-поэтического объединения «Лира» Вадиму Козлову. Пожалуйста. Я первый раз, и мне очень приятно видеть вот такое интеллектуальное общество, да? Это такой духовно-поэтический заряд, вы даже не представляете. Мое творчество, оно так, 60% проза, 40% это идет короткие четверостишие, да? Ну, а вы понимаете, в четырех строках сделать, да? И существо, и оптимизм, и вызвать улыбку, это задача очень серьезная. Итак, я покажу несколько коротких четверостиший. Я сердечно прошу всех поэтов России донести постарайтесь народу добро, вы целители душ и полпреды мессии, пусть от ваших стихов всем нам станет тепло. Очень хорошо. Для всех из нас придет пора, исчезнет солнце, запах трав, все поглотит в себя простая тленность. Писатель, летчик Сент-Экзюпери был бесконечно прав. Общение – единственная ценность. Ведущая наша с красивым именем Наташа. Я написал книгу «Посвящение женским именам». И парочку покажу из этой книги. Итак, ведущий посвящается. На свете имени нет краше. Мы все сомнения отмели, чем имя, данное Наташе, с французским шармом Натали. Вам повезло со дня рождения, ведь это право благодать. Два раза в год вам присылают поздравления, среди зимы и в день рождения опять. Татьяна. И обращение ко всем женщинам. Без вас, любимые, нам жизнь не сохранить. Мы, мужики, беспомощны, как дети. Не может оборваться жизни нить, пока есть женщины на белом свете. Многие члены нашего союза публикуются в таком достаточно интересном интернет-журнале под многозначительным названием «Русский переплет». И вот сегодня у нас гость, постоянный автор этого издания, прозаик и поэт Александр Медведев. Я сказала прозаик, ну, в первую очередь, да, потому что в основном... Поэт и прозаик. А, все-таки больше. Да? Знаете, в переплете вышла интересная книга Александра Медведева, что страницы, листаются страницы, да, и даже мы слышим такой шорт страниц, то есть можно ее вот так в электронном виде прочитать. Пожалуйста. Спасибо. Я вспомнил, сижу, давно уже не бывал в собраниях, как когда-то бывал много, писал четверостишие или двустишие даже, посвященные именам, в основном женским, поэт Николай Глазков, непокойный, знаете. Вот, и его иногда, ну, заранее заготовленные, известные, популярные имена, которые пополнялись, и вот однажды я при мне, значит, подошла, говорит, а меня Олимпиада зовут.
У вас, ведь я знаю, что это, наверное, заранее заготовленные экспромты, значит, вот, и вдруг он, так, у него в одиннадцатый такой взгляд, то была не лоза виноградная, то была наша липа нарядная. Вот, я прошла до свидания. Только я попрошу, вот там молодой человек, я вам сказал, помолчите, это будет ответ. Чтобы, когда бы с тобой ни случилось, белое утро придет врачевать. Памяти склонность и времени милость все превозмогут опять и опять. Чаша весов переполнена снами, болью и неболью, нашей судьбой. Все учтено, мотылек и цунами, чтоб не случилось однажды с тобой, правда вернется, земля возликует, зла не держа, ни меня, никого, лишь справедливость одна торжествует. Страшно бывает ее торжество. Спасибо. Есть у нас кто-то, кто не прочитал. Нет, таких нет. Такого быть не может. Если поэт пришел, он не может не прочитать. Я хочу выразить огромную благодарность Артему, который терпел его все это время. Не только как автор в этом процессе, ну и что, конечно, этим стенам и, конечно, всем, кто сегодня сумел до нас добраться и прочитать стихи. Я уже тысячу раз говорила, но мне всегда сказали, ну почему нет для поэта? День рыбака, извините, есть, да, поэты, сейчас, слава богу, есть поэты, не один, но целую праздновать и читать друг другу. Вот, еще раз всех с весной, с поэзией и новых стихов, пожалуйста.